Премьера литературно-музыкальной композиции прошла онлайн в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре. Ее подготовили артисты и творческие сотрудники учреждения. Онлайн-премьера посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны, Дню памяти и славы. В этом году это уже третья такая композиция. Артисты готовили такой проект в марте к 7-летию возвращения Крыма, в апреле к 60-летию полета Юрия Гагарина. Сегодня прошла третья композиция ко Дню памяти и скорби. Анель Бруси, снег не тающий, разносит крики умирающих, безжалостное эхо горное, и ругань слышится отборная. Ну а если же в немецком перекрестии прицела окажусь за перелеском, небо пусть бы заолело и безжалостно светило, брызнуло бы немцу в очи, мига мне тогда б хватило выстрелить да со всей мочи. Анель Бруси, снег не тающий.